Все тут видно. Вот, это Алексей Семенович. Вчера у него ребята работали. Я спрашиваю, как они работали? Ну-ка, скажите. Хорошо, Игнатьич, очень хорошо. Молодцы ребята. Нашим колоть пришлось на 4 дня, а то и больше. А эти за один день. Они вас не огорчили ничем? Да, я думаю, что мы их огорчили, что, может, плохо накормили. Значит, так. Все довольны. Все довольны, да, молодцы. Вот что значит быть членом общины где-то, когда все верующие. У нас какие-то планы были на понедельник. Вы только позвонили, я тоже по телефону сразу сказал, все завтра как один туда. Ну, молодцы, очень хорошо помогли. Сколько у вас там кубометров было-то? Ну, кубов 7, но я как премиальные выделил еще за то, чтобы... Больше было? Да, чтобы больше заработали. Спаси Христос. Но... Щедрый работодатель. Да. И за машину рассчитались, и за дрова рассчитали. За работу. Так что... Я им поехали, я говорю, вы только деньги не берите с него. У Виталия денег нет, а этот говорит, да у меня тоже ничего нет. Я говорю, ну, так как хотите. Одно дело я сказал, а другое дело... Да, конечно, конечно. Дело покажет. За все надо платить, Игнатий Ильич. Не будешь платить, и тебя уважать не будет. Поэтому... Значит так. Если Господь благословит, ваше сердце расположено, у меня план такой. Вы помолитесь дома и сходите в сельсовет, посидите. Вы там не чужой. Да, конечно. И скажите, да, я видел свою подпись, да так. Человек не взял ни гектара. Я прошел лагерь и все. Это кому это нужно-то все? Кому? Когда воспоминания тысяч людей, люди приезжают, их детство прошло, даже ради памяти. А тут какой грандиозный замысел сделать на всю страну, чтобы люди не проклинали эту власть, а умели жить и без дотаций миллиардных. Ну, мы 45 лет это пример или нет? Да. Ни одного рубля нету, ни одного больного ребенка. Это наши люди подрастают. И вдруг все уничтожить. Это даже... Мы обязательно сходим, пообщаемся с ней. И потом, по возможности, а может быть даже вместе для поехать. Прокурора, да, и может вместе. Вместе, да. И скажите, если никак не поможет, будем обращаться к верху, приглашать другого, там, никаких угроз. Скажу, ну перед Богом же все делать, как же так мы? С твоей землей, неужели мы не завоевали одну навозную кучу? Я думаю, что он, если приедет сюда, он смирится. И ну если бы приехал. Отменит этот приказ, я думаю, что. Ну, он не поднимется у него рука. И сказал бы, занимаем что-то или мешаем чем-то, никому никак. А статья, говорит, была бы, а человек найдется. Все правильно. Не надо забывать, когда тройки расстреливали людей, то всегда там в тройке один из них был прокурор края. А потом они все пошли под нож. Всех расстреляли. Почему прокурор края? Не обязательно прокурор края. Прокурор Советского Союза. Да. Крыленко, и тот пошел под нож. А нам как жить с Богом? Мы никому не мешаем, это первый автор. Дальше, желаем добра и себе, и людям. Тогда мы прямо это переносим к тому, что если сказали телятники, свинарники можно, а лагерь и музей нельзя, то отсюда легко напрашивается вывод, что нас хуже свиней считают. А мы не заслужили такого отношения к себе. Если так Господь благословит дальше, я буду ждать звонка, чтобы мы знали, о чем молиться. Хорошо. Все? Домой? Да, все, домой так, пошел. Ну, не приедешь карасей-то ловить? Куда? Он здесь-то. Да пока некогда. Сейчас. Ну, имей в виду. Хорошо. Я их замерил специально на руке, 22 сантиметра. Да, кажется, так. Ну, 15-то точно, вот, 22 там может ну, быть. Ну, с хвостом. Хвостом, да, ну, я про что я говорю. Ну, все хвосты, тогда. Хвосты небольшие. Ну, давайте, ребят, всего доброго вам. Спасибо, Христос. Давайте.